Строительство сразу двух образовательных учреждений – детского сада в Кубинке и школы в микрорайоне Гусарская Баллада – стартовало в Одинцовском округе. Детский сад на 330 мест введут в эксплуатацию уже в 2022 году, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Олег Дмитриев. Строительство школы на более чем 2000 учащихся будет завершено до конца 2023 года.